финальный день голосования на избирательном участке в школе Медвежьих озер сделать свой выбор решили супруги Цветковы. И сделали это они вместе с детьми. Чтобы в жизни у каждого человека было все, как он хотел бы, то нужно изъявить свою гражданскую позицию. В первую очередь отдать свой голос на выборах президента, выбрать свою судьбу в дальнейшем. Мы вот решили детям сегодня показать, они очень просили, что такое вообще выборы, куда вы идете, что вы делаете, почему это важно, так почему мы собираемся сегодня. Символично, что в этот день, когда православные отмечают прощенное воскресенье, свой гражданский долг пришел исполнить священнослужитель благочинной церкви городского округа Щелково протоиерей Андрей Ковальчук. Я так понимаю, что голосовала вся ваша семья? Да, вся семья. Жена, дети, все, да. Я последний остался. Отслужил сегодня, вот пришел отдать свой голос. Возможность сделать свой выбор сегодня еще есть. Избирательные участки работают до 20:00.